Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин, и мы находимся в Гданьске, в Польше. И давайте перейдем сразу к выпуску. Улица, трость, мотор! Итак, как вы поняли по названию этого видео, что мы будем сегодня говорить о контрастах. Что хотелось бы сказать, побывав в этой замечательной стране, где можно обмануть людей, просто засовывав свои деньги вместо их денег, тем самым экономя, пришла в голову такая мысль, идея. Посмотрите на архитектуру, она ведь красивая, интересная, но такая же архитектура есть у нас, и мы привыкли к этой архитектуре, мы привыкли к самому себе, к самим себе, к людям, которые окружают нас, к музыке, к говору. И если мы не будем выходить из этой зоны комфорта, мы никогда не сможем полностью ощутить красоту этих красок и чужих, и своих. Будем жить в своей серой коробке без наслаждения. Я не говорю, что ради этого обязательно надо выезжать в Европу или в Америку или в Австралию. Просто немного надо поменять угол обзора. Надо присмотреться к другим людям, послушать, что они говорят, послушать немного другое. Возможно, даже что-то поменять. И из-за этого, я надеюсь, ваша жизнь станет лучше. На этом, я думаю, все. Такой небольшой спешл-выпуск, немного не в формате моей передачи. Ребята, зрители, которых у меня не так много, не будьте нормальными, будьте рациональными, пытайтесь самосовершенствоваться и ищите что-то новое всегда для себя. С вами был Данила Рыжкин, самый субъективный бородач на всем Ютубе и интернете. Всем спасибо, всем дизлайк.